Компактный домашний кинотеатр с активным сабвуфером. В этом видео распакуем комплект акустики для домашнего кинотеатра Canton Movie 135 в стильной белой расцветке. Он состоит из 5 пассивных колонок, пары фронтальных, пары тыловых и одной центральной, а также активного сабвуфера. Все колонки укомплектованы настенными креплениями и набором крепежа. Обратите внимание, что в комплекте нет аудиокабелей, их придется приобретать отдельно. Посмотрим на фронтальные и тыловые колонки. Они совершенно одинаковые. Габариты каждой колонки 9 на 12 на 11 сантиметров. Вес 0,8 килограмма. Корпус выполнен из пластика, а на передней панели металлическая сетка. Она защищает динамики. Колонки двухполосные, максимальная мощность составляет 50 Вт. Центральная колонка заметно крупнее, 20 на 9 на 11 сантиметров. И тяжелее, 1,4 килограмма. Она тоже двухполосная, но среднечастотных динамиков тут 2, а максимальная мощность составляет 100 Вт. Ее можно установить как вертикально, так и горизонтально. Как и другие пассивные колонки, ее можно зафиксировать на стене при помощи комплектных кронштейнов. Теперь посмотрим на сабвуфер. Корпус выполнен из МДФ, имеет размеры 24 на 41 на 42 сантиметра и вес 10 килограмм. На переднюю панель выведен порт фазоинвертора, а разъемы для подключения расположены сзади. Имеются низкоуровневые и высокоуровневые входы, а также регулятор громкости и частоты среза. Максимальная мощность сабвуфера составляет 120 Вт. Сетевой кабель несъемный. Есть как классический тумблер питания, так и компактный трехпозиционный переключатель режима работы с положением авто, в котором сабвуфер автоматически включается при появлении аудиосигнала на входе. Обратите внимание, что сабвуфер хоть и активный, но тут нет выходов для подключения сателлитов. Их необходимо подключать к вашему усилителю. Подводим итоги. Это компактная система для домашнего кинотеатра с акустическим позиционированием 5.1. Из плюсов наличие комплекта настенного крепежа и компактные размеры. Но учтите, что в комплекте нет аудиокабелей, а для работы сателлитов у вас должен быть многоканальный усилитель.